Чтобы по-настоящему насладиться бокалом пива, нужны сухарики или греенки, но не магазинные, а домашние, приготовленные в духовке с чесночным соусом. От таких хрустящих гренок никто не сможет отказаться. Чесночные греенки – это идеальная закуска к пиву. Приготовленные в духовке, они намного вкуснее магазинных сухарей. Их можно готовить и на сковороде, и в духовке, но греенки в духовке получаются менее жирными, от этого они вкуснее. Расскажу вам, как приготовить чесночные греенки в духовке к пиву. Рецепт очень простой и по времени, и по ингредиентам. Давайте приготовим вкусные, ароматные и хрустящие чесночные греенки к бокалу холодного пива. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. В глубокую миску добавляем оливковое масло, измельченный чеснок, соль, перец и сухой укроп. Хорошо все перемешиваем и еще включаем духовку на 180 градусов, пусть греется. Хлеб нарезаем брусочками. Затем нарезанный хлеб перекладываем в миску к соусу и аккуратно, но хорошо перемешиваем. Подписавшимся, больше вкусностей. Противень застилаем бумагой, выкладываем на нее будущие греенки. Запекаем греенки в духовке 15 минут, но через 7 минут обязательно нужно их перемешать. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Черный хлеб 400-500 грамм, оливковое масло 1/2 стакана, чеснок 3-4 зубчиков, сушеный укроп 1,5 чайных ложки, соль 1/2 чайных ложки по вкусу, черный молотый перец 1/3 чайных ложки по вкусу, количество порций 3-4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока!